во время квалификации, которые проходили в командных соревнованиях, определились гимнастки, 24 человека, которые участвовали в финале многоборья. И там сенсационные результаты. Чемпионкой России в этом виде стала Анна Попова, на втором месте Мария Борисова и на третьем Лала Крамаренко. А сейчас мы, дорогие друзья, будем свидетелями финалов в отдельных видах многоборья. По 8 лучших гимнасток в каждой дисциплине. В обруче, мече, булавах и лентах предлагают свои композиции. С вами сегодня чемпионка Европы по художественной гимнастике Юлия Синицына и Елена Щербина. Стартуют соревнования и открывает их Диана Чугунихина. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада сегодня быть с вами. Давайте вместе насладимся этим праздником красоты и грации. Пожелаем девочкам удачи в заключительный день. Умницы Диана были, конечно, маленькие помарки, но Диана отличается своим умением вращать, своими поворотами многократными, которые не так часто встречаются на площадке, но она это делает очень умело и много оборотов получается. В общем, в поворотах она спец. Вот. Сильное, красивое, подрастающее поколение, в общем, у нас растет. Тренирует гимнастку Анжелу Пискареву, безусловно, под контролем, под патронажем Ирины Александровны Вейнер. Да, Ирина Александровна работает с Дианой много и над эмоциональностью, артистичностью спортсменки, потому что немногим, не всем хватает, конечно, пластики на ковре и заряда вот этого энергетического. Ирина Санна заряжает прям буквально каждую девочку, заряжает этим потоком, вводит в поток и учит, как в него войти, чтобы на площадке все получилось на высшем уровне. Итак, оценка Дианы Чугунихиной. Вы видите ее на экранах сейчас.